Штукатурка упала на человека прямо в центре города. Прохожий отделался испачканной одеждой и испугом, говорят очевидцы. Кусок стены на Горького 10 отвалился в понедельник как раз после сильного дождя. Место никак не огородили, обломки лежат на асфальте до сих пор. Облицовка здания падает здесь не в первый раз. Ограждения с надписью «Опасная зона» стоят в другой части дома уже несколько недель. Такая же ситуация и на Мира 85. Участок на углу дома огорожен сигнальной лентой, а над головой частично обрушенный балкон. В администрации центрального района нам рассказали, что еще в мае фонд капитального ремонта заключил контракт, чтобы отремонтировать фасад на Горького. Привести все в порядок должны к октябрю. С домом на Мира сложнее. На торги в итоге не заявился ни один подрядчик. Скорее всего, ремонт перенесут на следующий год. Напомню, дома в центре на скорую руку реставрировали в 2019 году к Универсиаде. Осыпающаяся штукатурка, видимо, последствия спорта.